Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Bombastic Brothers. Так, и начнем, пожалуй, вот с этого сундука. Я хочу забрать награда. Так, бронежилет. И это все? Это все, что мне подкинули? Ну да, ребята, справедливо. Я думаю, что жалко, не легендарную шмотку я получил, но тем не менее. Так, событие, бой у меня горит. Так, в магазине. Что тут у нас в магазине? Дайте бесплатно что-нибудь, бастеры. Откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Угу, три карточки. Так, получить награду. Это что будет у нас? Это дополнительная награда. Не хочу. Не хочу дополнительной награды. Так, мы можем с вами, судя по всему, что-то здесь заменить. Вау. Бронежилет поменяли. Новый уровень. Слушай, стоит ли поднимать? Давай поднимем. Так, 17 левел на данный момент у нас. Тут у нас что-то слишком много всяких апгрейдов, я смотрю. Командный пункт. Завершить. Давай завершим, забираем. Так, я смогу, ребят, отправить кого-нибудь на новое? Да, восстановить деревню. То есть здесь нужен снайпер. Снайпер у нас есть. Ну давай. И любого, да? Без разницы, давай так вот сделаем. Начать, погнали. Так, смотрите, можем вот это вот начать. Это за 180 жетонов. А нужно ли нам это? Давай-ка вот это лучше мы с вами начнем. Так, и вот так вот. Два задания у нас с вами будет делаться. И это классно. Так, а я могу его... Так, стыковочный отсек. Пока я не хочу, ребят, здесь участвовать. Давайте посмотрим, есть ли у нас с вами ящики. Есть. Так, что нам выводит? Получено новое оружие у UNV-87. Штурмовик. Забираем. А здесь нам что выпадет? А здесь нам выпадает бронежилет на 21 уровень. Обалдеть. Хе-хе. Мне еще ковылять и ковылять до таких левлов. Что тут у нас? Автовыбор? Вы хотите сказать, что вот эта винтовка лучше, что ли? Ну, судя по всему, по уровню, да, ребята, она лучше будет. Хорошо. Ладно, я соглашусь с этим. Больше ничего не можем улучшить? Можем, ребята. Мы можем вот здесь постараться сделать. Твоя лига учебная. Учебная лига закончилась. Ты остался в учебной. Хорошо, забираем. Так. Награда за место. Это все понятно. Ну что, попробуем, ребята, тут шукануть маленечко. Кого нам взять? Это моя команда, да? И я, пожалуй, ей буду играть. Погоди-ка, я не могу вот... Секунду. Моя команда. А как мне начать именно ей играть, а? Вот так, наверное. Погнали. Блин. Ну дайте мне, мне нужен вот этот. Давай вот так начнем. Фиг с ним. Экипировка, они экипированы у меня по последнему слову техники, да, ребят? Ну, на данный момент. Поэтому погнали. Это у нас ПВП, да, получается, арена? Или как? Или что? Давай проверим-ка. Заценим. ПВП бои у нас, ребята, проходят в автоматическом режиме. То есть мы ничего здесь с вами не делаем. Они у нас сами бомбят. Ну, как видим, Джефф у меня выиграл. Отлично. Вау, Джефф против Джеффа. Упс, по-моему, здесь слив будет, да? Как-то так. Ха-ха. Ну, снайпер, не подведи меня, Джинджер. И она меня не подвела. Все, отлично, ребята. Первый бой прошел, как видите, удачно. Давайте-ка сыграем, наверное, второй. Сколько здесь? По-моему, максимальное три количества боя. Поехали, давай смотреть. Это у нас второй бой. Ага, елки-палки. Но мы разбираем. Пока, ребята, мы разбираем. Отлично, минусанули. Так, второй у нас идет Джефф, да? Джефф против Джеффа. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, родной мой. Есть, выиграли. Ну и снайперша в конце. Думаю, здесь тоже мы выиграем. Или не хватит хп? Нет, хватило. Отлично, ребята, вообще не потеряли никого. Удачно, я скажу вам, сыграли. Так, ПВП очки копятся. Я так понимаю, ребята, они нужны для того, чтобы нам перейти на следующий ранг. Так, дополнительная награда. Мне не нужно это. Продолжить. И давай последнюю, заключительную, наверное, битву. Или мы можем до посинения тут играть? Я даже не знаю. Давай проверим вот эту вот командочку нашу, да? В бой. Ну, давай, не подведи меня. Отлично. Так, следующий у нас снайперша выходит. Дженнифер, да? Джинджер, точнее. Ну, давай расстреливаем. Тут тоже минусанули. И доктор Зейн. Ну, здесь-то, конечно, может быть, проиграем, но снайперша моя потом уже его накажет, это 100%. Хей, даже так все вышло. Слушай, ну классно. Забираем награды. Никакой рекламы, никакого умножения у нас не будет, так что все будет четенько. Так, давай это все закроем, продолжить.
Так, получить еще больше билетов. Нет, спасибо, билеты нам больше не нужны. Мы как бы завязываем с вами с ареной. Так, по событиям, что у нас тут? Собрать 32 гема. Забираем. Так. И у нас всего лишь с вами один ключик. Золотой сундук. Угу. Так, забираем здесь награды. Шикарно. Главная цель, выполнить, опять же, ребята, все задания. Все задания. Так, битвы на этажах. Поиграй в режиме бункера. Потом у нас завершить задание в командном пункте. И выполни несколько миссий в стыковочном отсеке для завершения. И мы получим с вами опять один же ключик. А нам нужно либо 4, либо 40. Ты представляешь, золотой сундук. 40 ключей. Копить на это все. Нет, ребята, мне так не нравится. Мы с вами проходим основную сюжетную миссию. Как вы помните, у нас с вами идет сложный режим. Вот, видите, сложный. Без него мы с вами не можем никуда дальше продвинуться. Поэтому хотим мы этого или нет, но нам нужно бомбить. Так, ну что, погнали. Погнали. Идите отсюда, мелюзга. Так, у нас с вами новая винтовка, не стоит об этом забывать. Ну, я так смотрю, она, ребята, обычная, да? Так, турель. Хорош тут уже. Тихо. Слушай, ну турель вроде бы хороша и в то же время слаба. Судя по дамагу, сколько мы наносим урона. Не особо хороша. Тихо. У-ху. Ниндзюцу просто-напросто вытворяю я здесь. Так. Букашки отвалите, а? Отсюда по-хорошему лучше. Так, давай так запрыгнем. О, жиробусик. Жиробусик, жиробас. Мы его попали в глаз. Так. Ну. Хорош, маузеры. Не мешайте мне. Так, двигаемся далее. Опа, 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 опа. Пришел тут. Марширует он ко мне. Он даже, ребята, не добрасывает до меня, если честно. Опа, а здесь, конечно, получилось у него нехило. Слушай, ну босс, ребята, в сложном режиме, конечно, будет отвратительный. Если подумать. Мы с вами помните, да? Того-то босса еле завалили. А следующий, я не знаю. Так, убегают. Куда вы бежите? Радости мои. Куда вы бежите? Перезарядка еще такая долгая. Давай этого бомбанем. И того вон пеликана, который наверху там стоит. А, еще враги. Я уже думал, что все. Конец. Нет, не конец. Только начало самое, походу, дело. Так, кто идет? Понятно, роботек. Опа, а там-то ему удобно бомбить-то. Он радиус-то большой, у него захвата идет. Так, давай отпрыгиваем. Да ну. Завязываю довагань. Все, забомбил. Так, отлично, идем дальше, ребята, с вами. Букашки, таракашки. А когда мы с вами, интересно, получим этот нейронную бомбу-то, которую профессора Зейна мы спасли, да? Но почему-то мы ее не получаем. Он ее почему-то не собирает, гаденыш. Почему? В чем проблема? Что ему мешает, так сказать, ее собрать? Я тоже не понимаю, ребят. На самом деле. Хорош. Тут все изи пока. Нас поджидает босс с вами. Об этом тоже не стоит забывать. Если это те щупальцы, про которые я думаю, это будет ужасно. Так, погоди. Зачем я так делаю? А почему-то здесь давно не было, знаете, чего? А вот эти вот летающие пробирки, которые мы подбиваем и получаем из них аптечки или другой вид оружия. Или это только на тренировке такое было? Новый уровень в плане 15-й. Я что-то не понял. Если я 17 уровень, как у нас может быть 15-й? Что-то бред какой-то, да, ребят? Смотрите. У меня 17 уровень. Может быть, 15 уровень... Сколько? Блин, 13200. А где же мне... А где мне взять столько мощей? Вот тебе и незадача, ребята. Ежедневные миссии. Неужели мне придется это проходить все, а? Под градом пуль. Отразить пули и уничтожить противника. Мне, наверное, придется, ребята, воевать здесь. Для того, чтобы набить себе жетоны и повысить нашему Джеффу еще один уровень. Для того, чтобы я смог пройти. Вот здесь вот так все это сделано. И никак по-другому. Ладно, где наш не пропадало. Пойдемте посмотрим. Переживи три волны. Да проще простого. Вот с этим-то я как раз, ребята, элементарно справляюсь. Три волны это ерунда полнейшая. Давай, давай, бомбим. Так, хорош тут успокойтесь. Тем более противники ватные на самом деле. Перезарядка вот только что долгая. А остальное ерунда. Новая волна.
И вот мне, знаете, что показалось? Что ульта, конечно, у Зейна фигня. Ну, я имею в виду вот это вот. Ну, бред. Во-первых, она действует только в ближнем уроне. То есть практически противник должен быть вплотную ко мне, чтобы что-то почувствовать. А это не есть хорошо. Где ты там будешь рядом с боссом плясать, да, чтобы ее активировать? Конечно же, это полный бред. Или рядом, например, с турелью стоять. Зачем оно нужно? Самая нормальная ульта, я думаю, что это у снайперши и у Джеффа. Я не знаю, у остальных пока своих оппонентов, потому что я ими не играл. Не прокачивал, даже не знаю, что они могут, что не могут. Но вот у Зейна мне не особо нравится. Ну, когда там закончится волна-то, господи, а? Все, вроде бы, отразил, 3. Да, отлично, ребят, победа. Так, нам за это дают опыт, 24 всего лишь жетона. Ну и, конечно же, ящик. Ящики будем открывать чуть-чуть попозже. Вначале мы с вами сыграем, сколько там, 2 волны, 3 волны нужно. Так, 1 из 3, елки-палки. Ну, делать нечего, ребят, придется еще. Давайте возьмем Джеффа. Ага, нужен вот этот обязательно боец. Я понял, все, хотел схитрить. Думаю, сейчас поиграем по-быленькому, но не тут-то было. Да понятно, что 3 волны пережить. Что ты мне все время напоминаешь на это дело? Так, тут у нас, ребята, и ниндзи, да? И животные со встроенным ДНК. Понятно, короче. Ниндзи, вы откуда беретесь? Прям вот вообще из ниоткуда, ребят. Так, какая у тебя долгая, блин. Просто долгущая перезарядка. Раздражает, серьезно вам говорю. Так. Но бомбит он не по-детски, на самом деле. Со своей фигней, с этой. С Дороти, можно и так назвать. У него, ребята, все пушки, что не возьми, Дороти. Так, тихо, тихо, тихо. Пока он перезаряжается, это, конечно, жесть. Давайте щит оставим себе, на всякий случай. Он хоть нас хоть прикроет маленечко, пока мы там будем свою пукалку перезаряжать. Так, отвалите. Но нормуль. Так, это у нас какая волна-то? Все еще до сих пор первая? Или вторая уже? Что-то я как-то не обратил внимания. Так, новая волна. Значит, это вторая, скорее всего. Так. В принципе, пока мы с вами в щите, нам ничего не страшно, ребята. Мы можем просто напрямую к ним идти, чтобы они по нам бомбили. Ничего страшного в этом не будет. Минус. Минус, отлично. Так, а это что за ханорик? Понял, я вспомнил, ребята. Который бомбочки свои бросает, да? Ну да, это именно он. Перезарядка получилась. Оп, тихо. Да ну, да чтоб тебя. Попался практически на все, что можно было. Ну, все, ребят, победа. Это была у нас, да, 2-я волна. Еще одна осталась. Так, переживет 3 волны в какой-то лаборатории, что ли, находимся. И вот самое интересное, да, ребята, что я бы с радостью бы пошел бы проходить основную сюжетную линию, да. Но ведь нельзя, потому что у тебя, парень, не хватает мощей. Так что будь добр, бомби здесь, что хочешь. Как хочешь, ты должен накопить себе жетоны, укрепить себе бойцов. Только после этого будь добр, проходи. Это, конечно, хитро с их стороны. Вот такой вот подход. Очень хитро. Так, погоди. Воу-воу-воу-воу. Погоди, что тут происходит? Да он, естественно, ребят, перезарядкой своей занимается. Что может еще происходить здесь? Ну, уйдите отсюда. Справились. Так, отлично, давай далее бомбить. Да перезарядка дергается там, а. Все, и я так понимаю, что это последняя у нас будет, да? Или вторая? Ладно, не имеет значения, какая это будет. Первая, вторая. Все равно расчекрыжим их. Получим жетоны и усилим нашего Джеффа. Соответственно, ребята, уже сможем перейти на уровень. Но самое главное, что мы проходим с вами старые уровни просто в сложном режиме. Ничего новенького там нету. Вот это вот меня немножко опечаливает. Так, подбил, все, нет? Нет, еще пока не все. Ну где? Наконец-то. Все, ребята, выполнили. Я надеюсь, нам этого хватит, чтобы прапать на один буквально левел Джеффа. Я не уверен, правда, что хватит ли нам мощей. Но мы сейчас с вами посмотрим лично. Так, что у нас тут? А, у нас ящики, давайте посмотрим ящики еще. Для начала. Так, сапоги, рюкзак. И опять рюкзак. Одни и те же рюкзаки. Открыть, может быть? Давай откроем, ребята. Фиг с ним, так уж и быть. Оу, перчатки. На 19 уровень. Так, а что здесь? А, здесь еще один сундук у нас. На 22 уровень. Там какой-то УЗИ был. Ну что, я так понимаю, экипировку я не могу никакую сделать. А вот уровень я могу, ребята, поднять. Все. И давай посмотрим. Может быть, меня все-таки пропустят далее.
Да, ребят, меня пропускают сюда. Поэтому погнали. Как говорится, чем быстрее мы пройдем сложный уровень, тем дальше будет продолжение сюжетной линии. Вау. Да ладно, тут уже у нас босс, по-моему, да? Насколько я помню. Да, ребят, тут будет у нас босс. Так, подожди-ка. Не забыть бы, главное, что здесь перепрыгивать надо через всякие преграды. Или здесь все совсем по-другому? Так, погоди-ка. Да нет, по-моему, ничего не по-другому. Все так же и осталось. Просто я не вижу преград, которые раньше стояли у нас на пути. Я должен был через них перепрыгивать. А сейчас их нету. Хм. Заманчиво, ребята, заманчиво. Да, я не могу, кстати, вот ближе вот этого вот расстояния туда примкнуться. Тоже какой-то не айс. Так, тихо. Так, тут тоже, ребята, двойной прыжок у нас работает. Так, ну что, жуки, это все понятно. Да господи, обстреливают со всех сторон. Ну, мне кажется, немножко даже здесь полегче. Посмотрим, что здесь за босяра будет. Что он будет делать? Ну, по-моему, это тот самый. Или лодка, или с щупальцами, одно из двух. Или вообще никакого босса здесь не будет. Нет, будет, ребята. Эй, я его вспомнил. Так, ну что, красавец, что ты там мутишь мне воду? Получил свое? Так, лучом, конечно же, ребят, лучом его бомбить. Так, что он сейчас будет делать? По-моему, ничего, да? Призывает всяких лягушек тут. Давай сделаем так и вот так. Опа, что это? Понял, я понял его. Бомбардировка. Давай тоже тогда сделаем. Так, лучом его, ребята, лучом. Слушай, он еще ватнее, чем первый босс, ребят, по-моему. Ха! Господи, ну бас. Так. Отходим. Здесь вот это все, ребят, перепрыгиваем. Черт подери, я не увидел, что он появился. Я совсем о другом думаю. Ну все, ему хана. Взорвался. Босс ли это вообще был? Или это просто был юнит? Судя по всему... Слушай, а там же не было, да, по-моему, надписи босс? Или было? Я что-то как-то не увидел. Да и неважно, разобрали и разобрали. Все, проехали. Так, у нас... пятый уровень, да? Нейтронный корги. Да и дрить тебе на корни. Нужно 13800. Такой тонкий, ребята, намек. Парень, повышай показатель. А чтобы повысить ему уровень, нужно 545 жетонов. Как же вот это, ребята, утомляет, а? Как же это утомляет? Где я сейчас буду набирать им столько жетонов? Где? Скажите мне, пожалуйста. И тут 12 актов. Вначале казалось, что все будет намного быстрее и лучше. Но ведь нет. Опять нам достается... Блин, где же взять жетоны, а? Я серьезно говорю, ребят, где взять жетоны? Так, у нас два ключа, может быть, откроем сундучок, посмотрим, ребята. 50 гемов, спасибо. О! 500 жетончиков, погоди-ка, а нам надо было сколько там? Нам надо было... Сейчас проверим, ребят, сейчас мы с вами... Проверим. Так, подожди, не то я взял. Давай сюда зайдем. Начать. Хватает, нет? 545. Ну, теперь-то хватит или нет? Офигеть, у нас только 13461. А нужно 13800. Где я еще возьму 400-то им? Где, ребята, скажите мне, взять ему еще жетоны на прокачку? Командный пункт. Так, тренировочная, это все понятно. Это что такое у нас? Что-что? Улучшить экипировку? Открывает возможность создания чертежов от 11 до 15 уровня. 4500 это все дело стоит, ты прикинь? А здесь что? Выбери героя, класс принес... Ну-ка. Герой находится на задании. Как... А, вот даже как вы делаете. Вы даже вот так вот делаете. То есть не могу взять, пока герой находится на задании. Офигеть, просто, ребята, меня в тупик поставили сейчас в данный момент, и все. Стань фаундером. Фига такой чувак, да? Крутышка. Элитный ящик, все дела. Блин, по большому счету, ребят, смотрите, сколько у меня хлама. Разобрать. Ок. Разобрали. Это вообще на... Это получается на первый уровень, да? Конечно, ребята, на первый уровень. Зачем нам это нужно? Нам это не нужно. Это уже на пятый уровень, это уже не актуально. Так, а вот это что у нас, ребята? Хочешь разобрать? То есть я могу просто вот так вот выделять? Ну-ка, проверим сейчас.
Ага, вот, чтобы не по одному предмету, ребята, а всей кучей, всем скопом так хоп-хоп. Берешь, выделяешь, ну и, соответственно, разобрать, да. Вот так вот будет оно удобнее. Но это не спасает ситуацию, потому что мощей не хватает, ребят. Улучшить. 10 тысяч, да господи, откуда такие деньги-то? Откуда такие деньги вообще тут берутся? А? Получить еще билеты, у меня нет билетов. Понимаешь? Командный пункт, задание. Ускорить, обновить, смотреть. Разведмиссия. Так они же у меня и так уже, ребята, делают задания. Я не могу там к следующим приступить. Че, приплыли, что ли? Тренировочная, уровень 4. Что же я должен тогда сделать? В бой, он мне показывает, ребята, иди в бой, блин. Для чего? Куда? Какой бой? Ежедневные миссии проходить? Вот так ты хочешь, что ли, чтобы я сделал, да? Или вот этот вот бункер? Так, забрать. О! Так, 600, ребят, по-моему, должно хватить нам. Ну-ка. Где у меня Джефф? Джефф, ты где? Я должен тебя немножко прапать. Покажет, получится, нет? Так. Только не говори. Да ты запарил. Ты серьезно меня запарил вот этой вот ерундой. В бункере я не смогу пройти 20-й. Ладно, я попробую. Ребят, я попробую, экипировка вроде бы нормуль. Если мы с вами потянем 20-й левел, это будет круто. Но дальше я боюсь представить, что будет. Вы помните, да? В прошлой серии на 20-м уровне в бункере нам такую трепку там устроили. Эти ящики, которые вызывают этих пчел. А, нет, там босс был у нас на 20-м левеле. Все, я вспомнил, на боссе мы сфейлились. Я думаю, сейчас будет не легче мне. Так, букашки. Успокоились, все успокоились. Опс, отлично. Еще это помещение, ребята, замкнутое постоянно, вечно, да? Как говорится, не разгуляться, ничего не сделать. Ну что ты там стреляешь-то? Упс. Все надо делать очень быстро. Пройдено. Хорошо, 16 этаж пройден. Погнали. Да уйди ты отсюда. Ну давай. Бомбим. Так, мухи, золотухи. По крайней мере, у Джеффа перезарядка идет быстрая, очень быстрая. Так, погодите-ка секунду. Ну все, нет. Так, у нас еще впереди два этажа, даже три. Вот там будет заваруха полнейшая, по-моему. Подбили. Так, турелечка, да? Адьюз. Я уже думал, прошли. Нет, еще не прошли. Все, это 17 этаж, да? Получается, три этажа еще. Я уже думал, не тот ли это уровень, по-моему, с бочками. Или тот, ребята, не помните? По-моему, нет. Здесь вроде бы все нормуль будет, а вот следующий, скорее всего, будет уже там, где будут две бочки и вот эти вот тараканы будут оттуда вылетать постоянно, на постой. Да, здесь пока нормально. Здесь тихо все. Слушайте, вот игра меня этим, знаете, чем стала напрягать, ребят? Что я обязательно должен раскачиваться под мощь. То есть тут хитро сделано. Если у тебя нету определенного количества мощей, да, то тебя не пропускают дальше. И это постоянный, так сказать, разгон. Ты постоянно должен разгоняться именно для того, чтобы у тебя было достаточное количество мощей. На это напрягать меня начинает, ребята. Может быть, мы даже с этой игрой с вами остановимся. Может быть. Ну, то есть я не буду ее больше снимать, так как получается, что мы вокруг да около с вами будем топтаться. Все будет сводиться к тому, что я должен заработать определенное количество мощей. А меня это на самом деле напрягает. И вас, кстати, тоже, если я буду все время смотреть. Единственный вариант, который я могу предложить, это накопить все-таки нужное количество мощей для нас, да? И чтобы мы уже с вами проходили основную сюжетку. Но для этого, вы понимаете, мне нужно тратить личное время. Да, постоянно заниматься фармом. А это, как вы видите, не все так быстро и просто. Так что мы еще об этом подумаем. Мне бы, конечно, к самому хотелось, но тут 12 актов. Представляешь, 12 актов. Это сколько надо будет раз перепроходить одни и те же задания, выполнять одни и те же миссии, набивать вот эти жетоны. Я играю в данный момент Джеффом, а вы не забывайте, что есть еще другие герои, которых тоже нужно прокачивать. Для них тоже идут жетоны. То есть Джефф у меня в данный момент самый раскачанный герой.
Ух, да, это постоянный фарм. Ребята, вот здесь у нас босс будет, да? 20 же уровень, по-моему, здесь босс. Или я путаю что-то. Да-да-да-да-да, вот он явился. Так, что он там делает, я уже не помню. Так, он, по-моему, тут, да, ребят, будет появляться периодически своими клешнями. Так, прыжок. У него луч, по-моему, да, будет? Нет, ребята, у него будет просто бомбардировка. Слушай, подожди, а где здоровье-то у него? Я что-то как-то не заметил. Только как... А, только когда он появляется, все, ясно. Воу, нафига я так сделал? Зачем? Оу, чет, вот это я попался. Вот дурило, подставился, просто-напросто подставился и все. Так, тихо, чуть было не садануло, или садануло меня. Вот, Гаврюша, ты посмотри, а, что вытворяет. Так, подбиваем, подбиваем, ребята. Давай, 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 давай. Бомбежка пошла? Раз, два. Черт, у него 3 хп. Я могу, ребят, сфейлиться здесь, на нем. Так, тут еще эти аглоеды мне мешаются. Пошла бомбардировочка. Все, одно хп осталось. Возможно, ребята, мы с вами пройдем его сегодня. Сегодня мы пройдем этого босса. А в прошлой серии у меня не получилось. Ну, давай ракету. Е! Чекпоинт на 20 этаже у нас. Ну что же, это хорошо. Значит, мы с вами посмотрим, что дальше у нас тут будет происходить. 21 этаж. Здесь мы еще с вами не были. А, знаете, почему с вами, кстати, прошли так быстро и легко боссы? Потому что я себе копил мощь, ребята. Мы же с вами раскачались маленечко. Вот из-за этого все. Так что мощь вот влияет именно на урон. Да хорош ты. Следующий чекпоинт будет на 25 этаже. Сомневаюсь, конечно, что мы с вами дойдем до него. Потому что я смотрю, уже какая-то напряжка пошла у нас по разбору монстров. И все так легко, наверное, уже не будет. Да и здоровье у нас тоже, ребят, хромает. 22 этаж. Давай, готов? Я готов, ребят. Я всегда готов. Вот, вот, уже чувствую, ребят, смотрите. Смотрите, что происходит. Уже начинаю париться с разборкой. Даже, смотрите, на те же самых маузеров, если брать в расчет. И посмотрите, сколько получаю урона я. То есть тут уже, наверное, многим все и так понятно. Да, что Джинджер здесь делает? Абсолютно ничего, ребята. 10 уровень у нее. Что она сделает? Если бы у нее была бы мощь такая же, как у нашего Джеффа, то базара нет. Сами видите, что тут происходит. О, не вариант, по-моему. Совсем, ребят, не вариант. Господи. А враг все прибывает и прибывает. То есть тут нет такого, да, что волны. Тут всей кучей они соберутся, да? И будут меня колбасить. А оно так происходит. До 25-го чекпоинта однозначно мы не дойдем. Это факт. Неопровержимый причем. Ну хватит уже, а. Ничего не дают делать, вообще ничего, ребят. Вау, подбили. Да куда тебе, доктор Зейн, ё-моё. Ну, от тебя тут вообще толку никакого не будет. Тебя сейчас тут быстренько вообще расчеклижат. Просто порвут моментально. Даже твой супер-пупер пулемет не поможет тебе. Потому что нет урона. Нет мощей, нет урона, соответственно. И пушка слабенькая, да. И все. То есть, напрашивается один только вывод, ребята. Нет мощей у твоего персонажа, а нет победы. То есть, как ни крути, тебе постоянно нужно улучшать своих персонажей. 303 жетона мы всего лишь получили. Ну и что я с ними сделаю? Ничего. Мне нужна целая куча. 550, по-моему, да? Что такое? Дополнительная награда? А сколько я получу? Ну ладно, давай посмотрим. Так, ну давай посмотрим, хватит ли нам, ребята, денег. Так, что такое? А, чекпоинт я забираю. Вау, ну вот, вот уже будет лучше. Так, секундочку. Где у нас ежедневный? Подожди, не то. Давай вот сюда зайдем. Якобы начать. Показательный деталь. Новый уровень. А что? Для... Тренировочный лагерь нужен, ребята. Да чтоб тебя, вы издеваетесь, да? Тренировочный, это где? Вот это, по-моему, нет? Это командный. Тренировочная. Сколько? 7500. 7500, ребят.
Это издевательство просто-напросто в натуральном виде. Ладно, друзья, будем с вами закругляться. Вы все прекрасно поняли, да? Что нужны деньги для того, чтобы начать дальше прокачивать своих героев. Нужны жетоны, чтобы прокачивать им мощи. В данный момент у меня этого нет ничего, поэтому я не смогу ничего сделать. Нужен фарм голды, одним словом. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.